Всем привет, меня зовут Александр Санчес, и я нахожусь на стадионе «Казань-Арены». Прямо сейчас я стою на том месте, где будет установлен 50-метровый соревновательный бассейн. Ну а прямо за мной вы можете увидеть трибуны на 11 тысяч человек, которые будут наблюдать за происходящими здесь событиями. Когда же объект будет готов полностью и когда на него можно будет взглянуть? Об этом мы узнаем у сегодняшней технической делегации, которая прибыла сюда для того, чтобы посмотреть за ходом подготовки к проведению соревнований. Давайте спросим у них все, что нас интересует. Хорошая команда, взаимопонимание с оргкомитетом, все наши просьбы удовлетворяются, и, так сказать, мы проводим все время консультации с друг с другом для того, чтобы этот чемпионат получился уникальным. Достойное совершенно решение с навесом. Спортсмены гарантированно будут убережены от разных явлений погодных, то есть дождь, гроза, это все не помешает им выступать. Что касается воздуха, конечно, дышится лучше на улице, в открытых помещениях, поэтому здесь абсолютно уверен, это тоже пойдет на пользу выступающим. Мы скоро увидим еще дополнительные стены, которые будут фиксировать как бы плавательный сектор, но это позволит создать именно традиционно такую плавательную атмосферу. Больше всего мы на стартовый подиум обращаем внимание и как расположены трибуны для зрителей. А уже вокруг этого мы выкладываем все рабочие зоны. Еще музыка у нас на таком большом грандиозном объекте, как она будет звучать. Два бассейна, музыка будет гулять, ветром ее, представляете, да, вот это соревнование, поднял ветер и музыка улетела, так бывает. Поэтому у нас есть музыка для спортсменов, которая играется на уровне воды. А есть музыка для зрителей, которая временами не совпадает. Впервые синхронное плавание будет проходить на футбольном стадионе. Такого еще в истории синхронного плавания не было. Поэтому, конечно, для организаторов, для оргкомитета это грандиозная задача. На мой взгляд, они прекрасно с ней справляются. Все будет хорошо, я не сомневаюсь, зная умение проводить соревнования в Казани. Самое большое количество стран заявилось, 48. Сегодня Корнель Маргулеско, директор ФИНА, сообщил, то есть это рекорд. Из опыта я помню, когда в Турции был чемпионат Европы, мы приехали за 3 дня, нет бассейна, нет еще. А напротив бассейна стоит разломанное здание. Приходим утром, они закрыли баннером огромным вот это разломанное здание. Последние гвозди вбивали за 10 минут до соревнования турки, и все было шикарно. Ну, по сравнению с турками мы с опережением идем, видимо. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что по-другому быть не может. Я был лет 15 назад, понятно, да? И когда вот тут начался вот этот строительный спортивный бум, и каждый раз приезжаем, все, говорю, вот для меня сегодня открытие вот этот вот этот арена-стадион, который, даст Бог, проведет шикарный чемпионат. Я к чему говорю, даст Бог, и мы завоюем максимальное количество золотых медалей для России. Я не сомневаюсь, что будет все хорошо с организацией.